Николай Алексеевич Некрасов. Да, наша жизнь текла мятежно. 1850 год. Читает Лев Литвинов. Да, наша жизнь текла мятежно, полна тревог, полна утрат. Расстаться было неизбежно, и за тебя теперь я рад. Но с той поры, как все кругом меня пустынно, отдаться не могу с любовью ничему, и жизнь скучна, и время длинно, и холоден я к делу своему. Не знал бы я, зачем встаю с постели, когда б не мысль, авось и перелетели сегодня, наконец, заветные листы, в которых мне расскажешь ты, здорово ли, что думаешь, легко ли под дальним небом дышится тебе. Грустишь ли ты, жалея прежней доли? Охотно ли повинуешься судьбе? Желал бы я, чтоб сонное забвенье на долгий срок мне на душу сошло, когда б мое воображение блуждать в прошедшем не могло. Прошедшее. Его волшебной власти, покорствуя, переживая вновь и первое движение страсти, так бурно взволновавшей кровь, и долгую борьбу с самим собою, и неубитую борьбу, но с каждым днем сильнее кипевшую любовь. Как долго ты была сурова, как ты хотела верить мне, и как и верила, и колебалась снова, и как поверила вполне. Счастливый день, его я отличаю в семье обыкновенных дней, с него я жизнь мою считаю, я праздную его в душе моей. Я вспомнил все одним воспоминанием, одним прошедшим я живу. И то, что в нем казалось нам страданием, и то теперь я счастьем зову. А ты? Ты так же ли печали предана? И так же ли в одни воспоминания средь добровольного изгнания твоя душа погружена? Иль новая роскошная природа, и жизнь кипящая, и полная свобода тебя невольно увлекли, и позабыла ты вдали все, чем мучительно и сладко так порою мы были счастливы с тобою. Скажи, я должен знать, как странно я люблю, я счастья тебе желаю и молю, но мысль, что и тебя гнетет тоска разлуки, души моей смягчает муки.